Чё, утро начинается не с кофе. 7 утра и приехала доставка. Я так подозреваю, что это любимый наш корм для котиков и собачек. Канегата. Бедный дяденька не мог дозвониться, потому что я вчера авиарежим вечером включила из-за спамера. И благополучно вообще забыла. Ну, 7 утра, блин, кто будет звонить, кто приедет? Вот приедет. Здрасте. О, ну да, точно, Канегата. Это такая экспресс-распаковка. О, там вообще что-то новенькое. И отсюда как раз и Ирине Александровне отвезем. Все. Утро очень доброе. И бодрое, и неожиданное. Нет. Новые корма для стерилизованных кошек и кастрированных котов. Такого мы еще не пробовали. Тут вот маленький пакетик, и это большой. Не знаю, вот в коробках, наверное, тоже для кошек. У нас получается распаковка грузовичков. Калитку я прикрываю. Остальное потом заберу. Мороша домой уже принесла мышь, точнее, полевку. Держи, по тебе. Быстрая распаковка. Кубик, иди сюда, открывай. Мы не знаем, что там. Сейчас такой, это для кошек. Ты сразу решила все открыть? Я, чтобы 20 раз не бегать, точнее, ну, бегать, но сразу. О, это для кого? Для коров. Для коров. Нет, это с коровами. Это для собак. Держи это себе. Так, здесь это тоже для собак. Да, это все одинаково. Это прекрасно. Прекрасно, кубик. Житек. Тебе открывать, что ли? Ну, стой, у меня нож. Куб. Так, собака скажет потом. Слушай, это что такое, а? Поэтому я бы... Так. Это небезопасно. Вот, вот такой же. Но я не буду доставать, в коробке нести удобно. Это 40% мяса для средних собачьих корм. Да, да, вот тебе. Ты у нас средняя собаченька будешь. Давай-ка аккуратней. Ну, так нельзя. Мне главное пакеты не прорезать. Я помню, как Ирина Александровна немножечко... О, с тыквой. А, вот это для кошки. Это тебе, да? Чего? Это вот тебе. Мне, да. Так, это для кошек. Слушай, наверное, тогда там я тоже посмотрю здесь сразу, чтобы не носить. И чтобы кубик не грыз. Так, это для собачек. Это для кошек. Или нет? Тоже для собачек. Ну, отлично. Давай выдалим ему порцию. Будет. Ты тебя только что покормил. Ну, так он уже забыл. Куб. Так. Ладно, если ты это... Кушайте. На.
лошаденька, да? Ну что делать? Ты про тебе достать? Кушай, можно. Это как типа цапля леса, да? Что? Да, да, журавль. Какая разница? Вот. Ой, скажи, как я это дело люблю и уважаю. Самое лучшее утро, да, Кубик? Можно так? Скажи, каждый день. Смотри, как он лапами топает, когда просит. Нет, не топает, а лапами топает. Вот, топает. Это он пытается мою руку засунуть. Что? И что вот это? Рука дающая. Да? Вот топал, видел? А сколько в тебя влезает? Теперь научила звонить в колокольчик. Нет, не надо. Вот это крайне нежелательно, чтобы он узнал об этом. Ага. Сколько нам еще осталось? Да? Что делать? Такой, ну, достаньте. Он очень вежливо себя ведет при нас. Если бы он был один, он бы этот пакет уже просто разорвал бы в клочья и спокойно бы поел. Типа такой культурный, воспитанный мальчик. Все, Куб, давай хватит уже. Хватит. Ура! Надо Ирине Александровне оттащить. Там еще два мешка больших около калитки. Как раз, чтобы их не таскать туда-сюда, и вот мы сюда принесли мешки. Ну, прям просто праздник какой-то, спасибо. Пойдем морожку пробовать. Мороша, пробовать будешь? Пошли. Пойдем. Пойдем. Пошли пробовать. Ну, бегом. Да, молодец. Дай. Какие темненькие камушки. Чё? Как? Ешь! Другого нет. На сладкий ест, как выдра. Одну штучку. И чё? Кушай давай. Нет? Ну, мы сейчас в Москву уезжаем, приедем, посмотрим, сколько она съела. Вот сейчас запомним. Да не, он ест нормально. Надо состав почитать пока. Ты, Морож, только не слушай. Так, дегидрированное мясо индейки 25%, гидролизированный белок индейки 11%, гидролизированный животный белок печень индейки, мука из индейки, гороховая клетчатка, картофельный белок, овсяная мука, гречиха, нешлифованный рис, жир индейки, очищенный жир, льняное семя, сушеные яблоки, сушеная клюква, семена тыквы, пивные дрожжи, яичный порошок, натуральный усилитель вкуса на основе гидролизата печени индейки, витаминно-минеральный премикс Мегамикс, рыбий жир, сухие морские водоросли, спирулина, экстракт зеленого чая, сушеная ромашка, экстракт виноградных косточек, ДЛ. Метионин, цикорий, пробиотик,
это урин, экстракт юки шидигера, экстракт розмарина, мелисса, минеральные вещества и еще куча всего. Вот просто вот он состав. Ну и важно обеспечить доступ животного к свежей чистой воде. Вон она. Ест. Отлично ест. Прекрасно. Спасибо огромное. Канигата. Это у них новое в линейке. Так что попробуйте предложить своим кошкам. Мароша оценила. Но она у нас кастрированная, стерилизованная. Вот. Так что ей это очень здорово.